На очередном заседании комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, отвечая на критику оппозиции, Пашинян заявил, что если бы Ереван признал независимость Карабаха в 2020 году, войну невозможно было бы остановить даже 9 ноября. Ранее депутат республиканской партии Армен Ашатян назвал признание Армении независимости Карабаха дипломатическим искандером в руках армянской стороны, а отказ от признания – роковой ошибкой. Армянский премьер задал встречный вопрос, почему Армения не применила этот искандер во время 4-дневной эскалации в апреле 2016 года. Кроме того, Пашинян рассказал, как его супруга Анна Акопян оказалась среди военного руководства сепаратистов Карабаха. «Она зашла на 15 минут с визитом вежливости», – заявил Пашинян, добавив, что присутствие члена его семьи в те дни в так называемом Арцахе очень символично.